бежать, зная, что эта мразь жива. Анатолий Лобода, один из ведущих разработчиков антивируса. Ваш врач, Лобода, он ведь работал на вершине, да? Так, теперь твоя очередь рассказывать интересные истории. Давай. Радомский, Клей Теглотов. Профессор Радомский создал этот вирус. А Лобода ему помогал. И ты ему веришь? Да. Наверное. Скажите, у вас были подобные? Да. А люди? Вы использовали живых людей в ваших экспериментах? Чего-то забыл в карантинной зоне. Встреча. С кем встреча? С Лободой. А Лобода в курсе? Надеюсь, что нет.